абсурдное обвинение, учитывая, что в моих словах абсолютно нет ни одного упоминания слова о нациях, о расах, о религии и так далее. То есть нет призывов. Вероятность того, что дадут реальный срок, существует. Проблема это в том, что в 2016 году внесли изменения в Уголовный кодекс, ужесточили часть первую, 299 статьи, по которой теперь от 4 до 7 лет. Удержание людей в страхе, то есть это максимальное запугивание для того, чтобы показать людям, что можно, а что нельзя. Сначала следователь звонил в 2016-м, проходил доследственную проверку, далее больше года как бы оттуда меня не тревожили, но в конце 2017-го уже другой следователь позвонил, что нужно явиться на беседу. Я пришел, меня ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела.